Добро пожаловать на Видеожару 2018, уже третий по счету ежегодный фестиваль видеокультуры. Самый масштабный не только в Украине, но и в СНГ в принципе. И серьезно, многие сильно недооценивают, насколько он масштабен. Давайте пройдем внутрь, пройдем по всем, если мне память не изменяет, 10 зонам, посмотрим, как все устроено. Да, надо же, не ошибся, ровно 10 зон, фудкорт и митинг-пойнт. Star Channel – это главная сцена, на которой все происходит. Stars and Fans, где можно получить автограф или селфи. Lifestyle Channel – про лайфстайлеров, бьюти-блогеров и все, что с этим связано. Geek Gaming Gadget Channel – особенно моя гордость. Одна из самых оживленных зон, где можно поиграть в разные видеоигры, потрогать разные гаджеты, ознакомиться с новинками техники. Очень много всего интересного – от VR-технологий до 3D-принтеров. Art and Music Channel – вполне очевидно. Музыка, искусство, спорт для самых спортивных. Kids and Family – для детей и всей семьи. Air Academy – это обучающий канал, где рассказывают, как стать успешным видеоблогером. Жара Маркет, разумеется, ярмарка, на которой можно накупить сувениров. Community Wall находится сразу слева от нас, где каждый может оставить свой автограф. И, наконец, маленькая секретная зона, 11-я, которая находится прямо здесь, это лекторий. Вход сюда платный, и здесь рассказывают, как стать успешным видеоблогером. Собрали лучших из лучших представителей видеокультуры, которые делятся своим опытом, рассказывают, что и к чему на YouTube. Музыкальная зона, как видите, совмещена с лаунжем под открытым небом. Погода сейчас стоит прекрасная, жаркий киевский июль. Видеожара, действительно жара. И люди здесь могут просто отдыхать, попить коктейль, послушать музыку. Здесь малая сцена, сразу за углом сцена побольше. А сейчас мы находимся на очень важном перепутье. Позади, как видите, осталась музыкальная зона. Если мы будем двигаться в том направлении, там у нас будет зона спортивная, где блогеры доказывают, что им тоже не чужды физические нагрузки. А вот здесь зона детская, где для младшего поколения созданы все условия, чтобы развлекаться в течение 2 дней. И вот она, геймерская зона. Сразу фокус на виртуальную реальность. Ее здесь очень много. Вот там между колоннами прячется куча возможностей побыть в виртуальной реальности. Вот прямо позади меня геймерская сцена, на которой проходят шоу-матчи против блогеров, против киберспортсменов. На самом деле здесь есть все на свете, включая 3D-принтеры. Или вот, например, музей ретро-техники, где есть куча рабочих экземпляров, фиг знает каких годов, от 60-х по сейчас. Вот, наконец, сердце фестиваля, главная сцена. Хотите верьте, хотите нет, но когда здесь происходит что-то масштабное, вся эта площадь просто забита людьми. Вот сегодня вечером, например, будет завершающий концерт, и, скорее всего, здесь просто будет негде яблоку упасть. И хотя этот ролик длился, наверное, буквально пару минут, поверьте, ходим мы тут еще очень и очень долго. Даже слева, например, мы не дошли до Stars and Fans, где люди берут автографы, но там все состоит из длинных очередей к блогерам, которые поочередно выходят друг за другом. Поэтому на этом мы с вами прощаемся. С вами был Александр Пушкарь, специально для канала Палладиум. Видеожара – это круто!